Тим часом з початку года у столице знесли 13 старых будинков. Таких объектов в городе еще 200. Зараз специалисты проводят рейды. До владельников, которые не сочат за належным станом территории, применяют штрафные санкции. А кроме этого, летость продали десяток объектов державной маемости и отримали амаль 8,5 миллиардов рублей. Один аукцион прошел уже сёлета. Новый господар набыл будинок по улице Лынькова. Мы привлекаем уже частный бизнес и выставляем эти объекты на аукционы. Интересно, сегодня на аукцион выставляются объекты под производство на улице Инженерной, пожалуйста. Все люди сегодня говорят, вот мы готовы ложить. Пожалуйста, приходите, обкладывайте. И сама зона позволяет. У нас интересный очень исторический объект. Это находится на Чижевских улицах, Лошадский парк. И вот те, которые сегодня придут, приобретут этот объект и смогут вложить свои средства и провести его реконструкцию, они все войдут в историю. Зносить старые объекты будут поэтапно. У первом полугодии планируется очистить столицу от 60 спорохнелых побудов, которые лечатся на балансе города. На этих территориях узведут жилье для шматдетных семьев, детячие садки и другие социальные объекты.